Всем привет! Сегодня мы будем делать простую машинку, которая управляется со смартфона по Wi-Fi. А также будет показано, как сделать Android-приложение для управления машинкой. Конструкция робота простая. Он состоит из шасси с четырьмя моторами и колесами. Плата Node MCU. Драйвер моторов, аккумуляторы с отсеком для них, провода и две макетных платы. А также кнопка выключения и включения. Приступаем к сборке. Сначала крепим драйвер моторов. Подключаем провода моторов к драйверу. На двухсторонний скотч крепим отсек с аккумуляторами. Вставляем кнопку. Устанавливаем плату Node MCU на макетные платы. Устанавливаем макетные платы на двухсторонний скотч. Припаиваем плюс аккумуляторов к выключателю. Подключаем провод от выключателя к контакту плюс 12 вольт драйвера моторов. Подключаем минус аккумуляторов к контакту земля драйвера моторов. Соединяем контакты Ground, драйвера моторов и платы Node MCU. Подключаем плюс 5 вольт от драйвера моторов к плате Node MCU. Подключаем драйвер моторов к плате Node MCU
Согласно схеме. Спорка робота закончена, загружаем скетч. Создаем и устанавливаем приложение для смартфона. После того, как мы установили приложение, открываем настройки, Wi-Fi, ищем сеть нашей машинки, подключаемся. Открываем приложение.
и тестируем. Всем спасибо, пока!